В Гатчине третий детский фестиваль литературы и кино традиционно завершился конкурсным показом работ начинающих кинематографистов. В течение одного дня именитые сценаристы, режиссеры, композиторы смотрели картины юных авторов. 21 лента и 6 главных призов. В студию я пошла для того, чтобы познавать какие-то теорию, которая необходима для такой работы. И все мультфильмы снимаются дома с мамой. Все призеры кинематографического конкурса поднялись на сцену вслед за авторами лучших литературных работ. Почти из сотни претендентов обладателями гран-при стали школьники из Гатчины. Я участвую первый раз как раз в литературном конкурсе. Именно поэтому я очень удивлена, что получила первое место. Это было очень неожиданно. Члены жюри заметили, что уровень работ с каждым годом растет. Среди призеров есть и уже вполне состоявшиеся поэты, как было сказано со сцены, без оглядки на юный возраст. А эксперты от кино признались, что теперь они спокойны за будущее российского кинематографа.